Болтуны-то разошлись. В конце концов, пятый раунд решающий. Этого почти равного боя. Но равного не по росту и не по возрасту. Бунган старше. Ну вот, вот, а выше Ардахтаров лучше. Да, да, пошел, пошел. Вот, пошел бить по туловищу. Но лицо действительно бережет. Да. Может ли сейчас Гольф что-то ответить? Ему важно удержать соперника на дистанции. Но как это сделать? Это так просто на словах здесь советы давать. Как его остановить, когда он, Тартаров резко, мгновенно сокращает дистанцию и тут же бьет по туловищу. Ну, Дольф, работай, работай, иди сам, начинай работать сам, не жди. Горячий шведский парень. Горячий. Давай уже. Удержи, удержи, удержи. Разойдись, разозлись. Но он не злой, он такой... Да, ну он спокойный, добрый спокойный, парень. Добрый. А потом иди попади, разозлиться-то можно, надо же еще попасть, чтобы соперник позволил. А если вдруг попадешь? Удержи. Минута последняя. Удержи, Оля. Последняя минута. Держит просто. Оба устали. Что решат судьи? Конечно, я думаю, они решат преимущество Тартарова, если ничего не произойдет в эти последние 30 секунд. Нет, Дольф устал. Он реально устал. Это видно по движению, особенно правой руки. Он вроде бы бьет, но не идет, не летит кулак. Надо разорвать дистанцию. В размен удар в ближнем бою не в пользу Лунгрена. Нужно разорвать дистанцию и работать издали. Тартаров легко ныряет, он видит задумки соперника. Последние 10 секунд. Ну что, Алла Борисовна? Ну что? 50-46. И победитель этого боя единогласно Олег Тартаров.